вас есть родные братья или сестры? Нет. Вот у вас двое мальчиков. Да. Если они ругаются, что вы делаете? Как вы их примиряете? Сами мирятся. Да? А часто они ругаются? Нет, они по серьезным поводам не ругаются. У вас есть родные братья или сестры? Конечно, брат. Бывало ли в детстве такое, что вы ругались? Ну, не без этого. И как вы мирились? Честно говоря, время мирило, скажем так. Бывает такое, что ваши дети ругались друг с другом? Бывает. Как вы их мирите? Ну, стараюсь объяснять, что ближе, чем они друг у друга, никого у них нет и не будет. Родные братья и сестры. У меня есть родной брат. Вы в детстве ругались? Мы в детстве ругались. А как вы мирились? Ну, как мириться, братья и сестры? С разговором. А ваши дети ругаются? Иногда да. Как вы их мирите? Они сами мирятся. Игрушками. Покупают лего там. Игрушками обмениваются и мирятся этим способом. Пожелайте доброго утра нашим телезрителям. Доброе утро, телезрители. Доброго вам счастья.